Добрейшего времени суток, дамы и господа. Продолжаем мы наш проект эволюции самурая. За лето я дал ему немножко подрасти. Вообще не подстригал, ничего не делал. Как вы можете видеть, очень сильно утолщился вот этот вот корень, да, который у него был. И в принципе все, да. Думаю, что сейчас мы начнем его формировать, как-то, может быть, подрезать и вообще смотреть, как и что с ним делать. Вот думаю сейчас, наверное, будет вот это будет у него, так скажем, первый план, да? Первый, так скажем, вид спереди, фронтальный вид. Так, итак, приступим. Давайте сначала поймем вообще, что нам нужно. Я сначала посмотрю сам, а потом уже покажу вам. Так, короче говоря, вот эту ветку мы сразу отрезаем, как бы она ни была красивой и интересной, она нам совершенно не нужна, поэтому до свидания. Ее мы, кстати, попробуем укоренить, посмотрим, что произойдет из этого, но это попозже. Итак, эта ветка, все, эта ветка тоже все, тоже мы ее попробуем укоренить, кстати говоря. Короче, все, что мы обрежем сегодня, попробуем укоренить, и я как раз запишу видосик об этом, пока это отложу сюда в тень. Итак, теперь нужно отрезать все ветки, которые идут вверх, чисто вверх. Для этого нам понадобится ножницы. Будем отрезать вообще полностью все и смотреть, как это вообще будет все происходить. Эту ветку мы оставим, это мы отрежем. Тут, кстати говоря, довольно-таки много веток, которые надо отрезать, и вообще в принципе они не годятся. Если это у нас перед, то по идее мы должны. Так. Эту ветку тоже мы отрежем. Довольно-таки интересно. Давайте в ускоренной съемке сейчас все сделаю. Что сейчас мы будем делать? Сейчас мы начнем чистить сам ствол. Для этого нам нужна обычная щетка. И будем его чистить.
от грязи и от всякой ненужной нам субстанции. Итак, сейчас немножко мы поработаем с проволокой. Мы немножко более правильно, так скажем, расставим его ветки. А то на данный момент это прям очень грустно, как они у него стоят. Вот, и сделаем это мы довольно-таки просто. Итак, я думаю, на этом все. На данный момент мы имеем две основные ветки, одну второстепенную, одну заднюю. И мы имеем также две верхушки, в принципе, которые, одна из которых будет не нужна, но на данный момент я пока не определился, какую буду отрезать. Из-за этого оставлю две. Ну и все, в принципе. Пока что пусть он растет. Мы что сегодня сделали? Почистили его от грязи, от кальция, который при поливе остается. Что-то его было прямо огромное количество. Вот. И, конечно же, просто от старой ненужной коры и всего остального. Главное, чтобы щетка, кстати, зубная, была не с очень твердыми волосками. Все-таки более-менее были вот эти волоски мягкие. Ну и все, я думаю, что на сегодня все. Видео супер коротенькое, вы просто увидели, над каким он стал. Он, в принципе, стал намного толще, намного более здоровым. И это не может не радовать. Пока что он останется, кстати говоря, в этом горшке. Я не буду его пересаживать. Пусть растет пока что в этом.
И, может быть, в следующем году, весной, я его пересажу в более большой горшок, более подходящий для него по цвету, по форме. Я думаю, что он уже будет выглядеть совершенно по-другому, потому что мы начали его сейчас формировать. И сейчас начинается как раз-таки второй активный период роста, когда дерево начинает расти. Из-за этого сейчас будет все очень здорово. Оно очень быстро нам, дерево, ответит на подрезку, начнет пускать новые почки, новые листья, новые побеги. И этого как раз-таки мы и ждем. Поэтому, если вам вдруг что-то непонятно, кстати говоря, по этому видео я хочу сказать, если вам вдруг что-то непонятно, вы пишите в комментариях, и я сниму дополнительное видео, как раз снова достану его, покажу вам все, что нужно. И оно будет, это видео, более информативное, чем нынешнее. Вот, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. Всем пока. Также хотел показать вам вот как раз таки шелковицу, все с ней в порядке, поливая я ее, листья не вянут, значит все с ней окей, все в порядке, все хорошо, грунт постоянно у нее влажный, поливаю я листья каждые 3 дня, и в принципе с ней все замечательно. Вот. Также здесь вот как раз таки только что политый самурай. Пока что, конечно, он выглядит очень убого, я хочу сказать. И как же, еще очень много работы. На самом деле, чтобы он начал хорошо выглядеть, более-менее хоть как-то стал похожим на нормальный, хороший бонсай фикуса, он должно пройти, ну, порядка, я не знаю, 3-4 года, а то и 5 лет. Вот, но я думаю, что изменения уже очень видны. Во-первых, вот этот вот корень, да, воздушный, который он выпустил, и был совсем малюсенький в самом начале, сейчас он толстый, практически, наверное, 1/3 самого ствола по толщине. Это здорово. Он спрогрессировал хорошо, здоровье у него отличное. Он, правда, одну ветку подсушил, честно говоря, я не знаю, какую это, вот, не знаю из-за чего, точнее, вот эту вот ветку, которую я как раз подрезал, он ее подсушил, но ничего, он восстановится и будет еще с большей силой расти. Вот, также я хочу вам показать сейчас Ульмус парвифолия, мой только что подрезанный, да, он себя прекрасно чувствует, и я думаю, что я даже, может быть, завтра-послезавтра его уже пересажу, потому что не буду ждать 2-3 недель, а то и месяца на то, чтобы посмотреть его здоровье, так как видно, что здоровье у него отличное. Сейчас я вам его покажу. Итак, вот он ульмус, вот он вяз мелколистный. Я немного сюда специальной, такой как пластилина, специальной замазки добавил на срезы, чтобы никакая инфекция, никакая зараза, никакой грибок не поселился. Давайте я даже попытаюсь сейчас приблизить. Да, вот если приближаю, то видно. Добавил я немного сюда вот этого вот, так назовем его, пластилина, специального для растений, да, который добавляется при порезах. И, в принципе, как вы можете видеть, растение себя отлично чувствует. У него все листочки зелененькие. Он начинает некоторые почки, так скажем,
подращивать, да, чтобы из них вылезли уже листики. И, в принципе, он себя отлично чувствует. Также хочу заметить, как начал расти мох. Мох стал расти отлично, потому что сейчас дерево стоит в тени, и грунт постоянно влажный, поэтому мох сейчас растет, и это прям как будто травка маленькая. Это здорово. Вот, будем надеяться, что это дерево пойдет, так скажем, вперед, будет расти и радовать как меня, так и вас. Вот. Единственное, что я сейчас вот подумал, что, наверное, пока что я его не буду пересаживать. Вот. Пусть он и так растет, хотя смотрите, я покажу вам. По корням он вообще очень, очень не очень. Но это ничего. Что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и совсем скоро вас ждет много чего интересного и нового. Всем пока!